Все, кто хоть раз был на спектаклях в театре юного зрителя, знают актрису Полину Чимжаеву. За 40 лет на сцене она сыграла десятки ролей и стала любимицей зрителей. Теперь у ее поклонников появилась возможность побольше узнать о жизни и творчестве народной артистки Чувашии. В Национальной библиотеке прошла презентация книги Полины Чимжаевой. На сцене возможно все. У книги необычный формат. Здесь нет единого повествования, особой драматургии. Книга поделена на три части. Составитель, переводчик, автор отдельных текстов, писатель и журналист Галина Матвеева. Она рассказала, что знает артистку с юных лет, но близко познакомилась только в процессе работы над книгой. У меня были свои варианты, свои предложения. Мы встретились с Полиной Ивановной, поговорили и вот решили сделать книгу из трех частей. В первую часть вошли у нас рассказы о ее детстве, о молодости, о том, как она училась в музыкальном училище в Чебоксарах, как она добиралась сюда, как заявление подавала, очень интересно читать. А во вторую часть вошли газетно-журнальные материалы. Третья часть очень личная. В нее вошли письма, которые актриса писала своему мужу. При всем этом книга не только о жизни и творчестве Полины Чимжаевой, но и о тех, у кого она училась и кто навсегда остался в ее сердце. Эта книга как бы благодарность от меня артистам, режиссерам, учителям. А учителя уже многие ушли. Виктор Павлович Романов, Ярдыкова. Когда они со мной рядом работали, я молодая была, не могла отблагодарить им. И я решила сейчас отблагодарить с этой книгой, чтоб чувашский народ всегда знал их и помнил. Мне очень радостно, что сегодня она смогла выпустить такую замечательную книгу. Книга читается на одном дыхании. Эта книга ценна тем, что будущее поколение может гордиться такими людьми, как Полина Ивановна. Символично, что книга появилась в преддверии Года театра в России. Полина – выпускница театрального отделения Чебоксарского музыкального училища. В 79-м пришла работать в театр юного зрителя и с первых же работ покорила зрителей пластичностью, непосредственностью, темпераментом. У нее получается играть роли самого разного плана и диапазона.